Клянусь Аполлоном врачом, Асклепием, Гигеей и Панакеей и всеми богами и богинями, беря их в свидетели, исполнять честно, соответственно моим силам и моему разумению, следующую присягу и письменное обязательство. Считать научившего меня врачебному искусству наравне с родителями, делиться с ним достатками и в случае надобности помогать ему в его нуждах. Я направлю режим больных к их выгоде, сообразно с моими силами и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. Я не дам никому просимого у меня смертельного средства и не покажу пути для подобного замысла. Чисто и непорочно буду проводить я свою жизнь и свое искусство. В какой бы дом я ни вошел, я войду туда для пользы больного, будучи далек от всего намеренного, неправедного и пагубного. Чтобы при лечении, а также и без лечения, я не увидел или не услышал касательно жизни людской из того, что не следует когда-либо разглашать, я умолчу о том, считая подобные вещи тайной. Мне, нерушимо выполняющему клятву, да будет дано счастье в жизни и в искусстве, и слава у всех на вечные времена. Приступающему же и дающему ложную клятву, да будет обратное этому. Баллада о гипсе. Нет острых ощущений, все старье, гнилье и хлам. Того гляди, с тоски сыграю в ящик. Балкон бы, что ли, сверху, или автобус пополам. Вот это дело, это подходящее. Повезло, наконец повезло. Видел Бог, что дошел я до точки, самосвал 30 000 кило. Мне скелет раздробил на кусочки, и вот лежу я на спине загипсованный, каждый член у меня расфасованный по отдельности, до исправности, все будет в целенности и в сохранности. Эх, жаль, что не роняли вам на череп утюгов. Скорблю о вас, как мало вы успели. Ах, это просто прелесть, сотрясение мозгов. Ах, это наслаждение, гипс на теле, как броня на груди у меня. На руках моих крепкие латы, так и хочется крикнуть: коня мне, коня! И верхом ускакать из палаты. Лежу я на спине весь загипсованный, каждый член у меня расфасованный по отдельности, до исправности, все будет в целенности и в сохранности. Задавлены все чувства, лишь для боли нет преград. Ну что ж, мы часто сами чувства губим. Зато я как ребенок, весь спеленутый до пят и окруженный человеколюбием под влиянием сестрички ночной. Я любовью к людям проникся и клянусь до тоски гробовой. Я остался невольником гипса, и вот лежу я на спине загипсованный, каждый член у меня расфасованный по отдельности, до исправности, все будет в целенности и в сохранности.
Вот хорошо б еще, чтоб мне не видеть прежних снов, а не как острый нож для инвалида. Во сне я рвусь наружу из-под гипсовых оков, мне снятся свечи, рифмы и коррида. Ах, надежна ты гипса броня от того, кто намерен кусаться. Но одно угнетает меня, что никак не могу почесаться, что лежу я на спине весь загипсованный, что каждый член у меня расфасованный по отдельности, то исправности все будет в целенности и сохранности. Вот я давно здоров, но не намерен гипс снимать. Пусть руки стали чем-то вроде бивней, пусть ноги истончали, мне на это наплевать, зато кажусь значительней, массивней. Я под гипсом хожу ходуном, я наступаю на пятки прохожим, а мне удобней казаться слоном и себя ощущать толстокожим. И вот по жизни я иду загипсованный, каждый член на мне расфасованный по отдельности, то исправности все будет в целенности и в сохранности. Клянусь Аполлоном врачом, Асклепием, Гигеей и Панакеей, и всеми богами и богинями, беря их в свидетели, исполнять честно, соответственно моим силам и моему разумению, следующую присягу и письменное обязательство: считать научившего меня врачебному искусству наравне с родителями, делиться с ним достатками и в случае надобности помогать ему в его нуждах. Я направлю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. Я не дам никому просимого у меня смертельного средства и не покажу пути для подобного замысла. Чисто и непорочно буду проводить я свою жизнь и свое искусство. В какой бы дом я ни вошел, я войду туда для пользы больного, будучи далек от всего намеренного, неправедного и пагубного. Чтобы при лечении, а также и без лечения, я не увидел или не услышал касательно жизни людской из того, что не следует когда-либо разглашать, я умолчу о том, считая подобные вещи тайной. Мне, нерушимо выполняющему клятву, да будет дано счастье в жизни и в искусстве, и слава у всех на вечные времена, приступающему же и дающему ложную клятву, да будет обратное этому.